Всем привет, с вами канал Guru Games, и мы продолжаем Орден 1886. Мы находимся... Хуй знает, где мы находимся, я забыл. Ну, в общем, пойдем. Тут всякие трупы, короче, и мы должны поймать полукровок. Какая-то лечебница, наверное, если я не ошибаюсь. Хотя могу и ошибаться. Пациентов растерзали. О, лечебница. Как в воду глядел. Как будто просто спит. Такая же хуйня. Да, я посмотрю. Ни хера непонятно, что-то написано. Какие-то фамилии, имена, хуй знает. Не так уж это и важно. Наверное. А где? Чё встала? Пойдем, блядь. Эй, эй! Ты что-нибудь слышал? У нас гости. Я клянусь, что там голоса! А, я не помню, что у меня был автомат. Цель уничтожена! Что им тут понадобилось? Госпиталь скрывает больше секретов, чем мы думаем. Надо идти. Или был у меня автомат, что-то не могу вспомнить, блядь. Грей, кто-то должен пойти в подвал. Ладно, я пойду вниз. Поняла, а я туда. В смысле, блядь, ты ладно? Ты дурак, что ли? Свяжитесь со мной, если что найдете. Ты что, надо было сказать, инициатива ебет инициатора, и она пошла бы в подвал. А мы пошли бы туда. На этажах походили бы просто, пошоркались бы там. Ну. Блядь, нахуя этот подвал вообще нужен? Че там, отклоните вперед, нажмите, чтобы прыгнуть. Блять, я научился этому еще в начале игры. Что, и прыгнуть нормально не можешь, хуйло кривоногое, ну. Фонарь горит специально для тебя. Ой, музыка такая классная. Грейна, прием. В подвале хоть глаз выколи. Здесь тоже самое. Действуйте осторожно. По-любому вот пиздишь, и там то же самое. Стопудово сидит там, небось, за окном, блядь. Журналы листает там. С голыми мужиками, ну. В белых кальсонах. С подтяжками. И в красивых шляпах. То же самое, говорит, здесь. Такой хуйни у нее там явно нету. Повторите, Изи. Я вас едва слышу. Вам нужно на это взглянуть. Приосмотрим. Изи. Вам, говорит, нужно на это взглянуть. Тихо. Мне показалось, да. Что-то увидел. Как интересно. А были еще такие комнаты, нет? Что-то будет. О! Это полукровка или это больной?
Нахуй ты пошел в подвал, долбоеб, сука. Че, блядь, фонарем, нахуй? Тараканов разгонять, что ли? Оружие возьми, блядь. Конечно, стой. Ой, блядь, мудак. У тебя оружие есть, придурок. Ой, какой-то он здоровый. Хера себе, там дура такая. А, это не такой какой-то. Быстрее, блядь. Нихера себе, там дура. Скотина. Ах ты, сука. Это кто, блядь, был? А, у тебя есть такая хуйня? Я думал, тебе не дали, блядь, как хуй знает, как старому уже, думаю, похуй, все равно сдохнет. Нихера там говорящий оборотень. Да. Вот так быстро ты пизды выхватил. Даже не особо сопротивлялся, тренил там три раза, блядь, и все. Да он тебя увидел бы, блядь. Чуешь мой страх? Да это оборотень, он для дьявола, брат. Подожди, один. Да блядь. Я просто, ну это я специально показать, что будет, если не успею. Так-то я знаю, что мне делать. Подожди. Вот это знаю, где она находится, справа. Делов-то, блядь. Я хуй его, видите? То есть я не мог закупить и не нажать. Я проебал, что он сказал. Что ты говоришь, у нас там все хуёво, говорит. Ну, оно и понятно, ты же, блядь, хули. Такой вот, сам вызвался, я в подвал, говорит, пойду. Ой, мы вышли из подвала почти. Найдите Игрейну. Че ее искать, блядь, в кабинете сидит по-любому. Каком-нибудь. Сука, он здесь. Беги, блядь! Да отпусти клетку, пусть, блядь, оружие бери. Это вы? Да, это я, Изи. Я потеряла с вами связь. Где вы? В приемной. Я нашел его. Это древний. 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 Здесь? Не может быть. Я, блядь, один ее не вижу. Заклинило. А, вот ты где. Короче, еще и древние какие-то есть. Полукровка ранен, но жаждет крови. Пытаюсь. Можете открыть? Найдите что-нибудь вроде лома. Я расчищу завал с этой стороны. Хорошо.
Ой. Грей! Ладно, давай. Ну, пиздец. С ножиком. Да подожди, в смысле? Да быстро удара. Да быстро, твою мать, ты что, издеваешься? С разных сторон появляются, что ли, конечно. Опа! А! Давай, сука, лохом больше. Все, нож верни. Бля, нож, верни, сука. Пиздец. Ты на хера его там оставил вообще? На, блядь. А этот древний, он, блядь, что, бессмертный? Или ничего? Сколько он вообще древний? А, блядь, не туда, извини. Да, сука, не пришел, он что-то не сделал. Ой, что-то он мне из меня что-то вырвал, по-моему. Кусочек меня остался с ним. А, там были бусы, блядь, перешел. Да где твою мать? Конечно, нихуя не видно, блядь. Подожди. Вот. Кто это там лежит? Что, блядь, ладно, сейчас, секунду. Где-то, я не понял. Второй знак не дополнительно появился, не успевает искать его, блядь. Во-вторых, пиздец. Да подожди, ты, блядь. Может, ты мир черную ауру нажал? Смотри. В смысле, что, блядь, шутишь, блядь? Ай, сюда, сюда. Что? Там внизу, блядь, светится и отвлекает. Какая еще, блядь, черная аура, я не пойму. Ну, в смысле, я нажал? Ты чё, понял? А, ты просто ложом. Замри. Хорошо. Пиздец. А я чё, всё? Кончился? Походу, лоха боссана, это я. Грей, вставайте! Ты чё, блядь, не видишь? Он сказал, замри. Не слышала, что ли? Ой, а чё это там с тобой? Хоть там обниматься, блядь, я за плохо чувствую. Ой, бля. Давай. Пиздать. Чё, всё? А ты вообще сдохнешь? Всё.
Заскулил. Значит, все, блядь. Изи. 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 Держитесь. Ты же не Грей, да? Чего изи? Или ты типа говоришь, блядь, да вообще изи, я его убил просто на изи, нахуй. Давайте, давайте, пейте. А себе оставишь? Изи, я люблю вас. Какой-то маленький оборотень лежит уже. Была такая тварь здоровая. Все, башкой я сейчас давай в сетку ебани. Нет, прошел, смотри. Грей, больно. Изи, все будет хорошо. Я где болит? Не вынесу. Такую жизнь. Берегите силы. Должно быть иначе. Мы с вами вместе. Должно быть иначе. Эй, ты! Снова та женщина. Грей, палата. А кто это такая? Вы должны увидеть кое-что. Что это? В смысле, осознание. А, ну сознание потеряла. Она жива была, потому что в конце показывали же, что она целилась в него. Отделение психиатрии, лондонский госпиталь. Отдыхайте, Изи. Нихуя, ты добрый. Отдыхайте, Изи. Давай, нарядимся в халат. Обыщите убежище повстанцев. Удерживайте и отклоняйте R для изучения деталей далеко расположенных объектов. Тарабарщина какая-то. Какая тарабарщина? Что хотели устроить повстанцы? Я, блядь, еще никуда не подошел, уже тарабарщина у него. Фотография лорда Гастингса. И что там шуршишь, блядь? Пойдем дальше. И сколько этих древних? Да хуя, в смысле, вообще пиздец, или что? Или он вот один, и все, и больше не будет. Торговая декларация Агамемнона. Весь груз направлялся в Америку. Хуй поймешь. Вау. Чистый лист. Это я понимаю. Так, это я видел, это я видел. Ничего не пропустил, надеюсь. Что-то снится явно. Щупает себя что-то там. Сучка. Как алкоголики, которые все ищут водку, нахуй, тоже, блядь. Шукает по всем ящикам. Где выпить хочется? Так. А вы похожи, ребята. Зашел быстро, блядь. О, эту механику мы знаем, блядь, это мы.
не понял, а ты будешь вообще нет? О. Не, она вообще не стихает, посмотри. Сука. Еще разок. Блядь. Не зависла нахуй. Хули, конечно, я L кручу. Тупица. Сижу, думаю, блядь, хули не крутится. R, сука, R. R слева. Справа, блядь, слева говорю. Поэтому я крутил L, блядь. Форма объединенной индийской компании. Без знаков отличия. Я только зашел, уже покинуть госпиталь. Сука, даже нож не вытер, нахуй. Анархисты. И что это значит? Всем представителям южных кругов. Мы должны собраться в ближайшие недели. Пароли и явки будут переданы через местных организаторов. Имейте в виду, несколькими нашими людьми заинтересовалась полиция и, хуже того, армия. Последнее – очень тревожный звонок. В связи с этим прошу всех с осторожностью относиться к любым новым знакомым. Хотя предметом нашего внимания в первую очередь должен оставаться орден, нам также следует заняться сбором сведений о возрожденном сопротивлении. Их ячейки слишком хорошо организованы. Это может свидетельствовать о помощи и руководстве извне. Эта гипотеза объясняет и внезапный всплеск их активности. Это какая-то третья сторона, получается, сопротивление. Ну-ка. Спи, дитя, спокойно спи. Ночь напролёт. Ладно, это мы не будем слушать, это пиздец полный, ну. Пору вешаться от таких песен, нахуй. Ну все, блядь, понятно, что ничего нету. Поехали. Долгий был обморок. Я уже забеспокоился. Ты такую хуйню пиздела во сне, это пиздец. Где вас черти носят? Персиваль, сдается мне, у нас проблемы. Что там? Нам нужен Никола. Нужно оружие. Повстанцы превратили отделение психиатрии в убежище. И, похоже, базу операций. Кое-что указывает на угрозу объединенной индийской компании. И лорду Гастингсу. Это, конечно, все охуенно. Я в порядке. Вам нужно время прийти в себя. Уверяю вас, Грей, я вполне здорова. Можете вы хоть раз сделать, как я говорю? Вам известен мой ответ. Нет? Но сперва нужно благословение отца. Мой друг Галахад. Маркиз,
А как же тревога за мое здоровье? Мадемуазель, у меня не было и тени сомнений, что вы одолеете. Да ты его вечно, блядь, динамишь, ему уже похуй на тебя, наверное. Я не был уверен в вашем рыцаре. Никола, только никому ни слова, ясно? Как скажете. Это большой риск. Я же говорил, месье. Мы почти отчаялись. Нам пришлось задержаться. Идемте, времени в обрез. Сэр. Странно, он про древнего ничего не говорит. Это также для вас. В отличном Спасибо, состоянии. Николай. А другое оружие? А, да. Вы никогда не подводите. Персиваль, это вам. Может пригодиться. А ты глушитель сделал, что, нет? Что там с ним? Ты же обещал. Он уже отправился в путь. Двигается в Портсмут, а оттуда почти сразу проследует... А что со службой безопасности? Их предупредили о повстанцах? Предположительно, среди охраны скрываются предатели. Мы должны выяснить это, не подняв тревогу. Надо, по крайней мере, сообщить совету. У нас нет возможности просить разрешения совета. Надо попасть на борт. И как же мы это сделаем, мон-женераль? Он уже в воздухе. Это несложно. Именно так. А, так это дирижабль. Я думал, судно это, в смысле, блядь, корабль. Страж 5! Мы на борту! Принято, сэр Персиваль! Страж 5 готов оказывать огневую поддержку по требованию! Принято! Спасибо за помощь, капитан! Удачи, сэр! Все, конец связи! Это, по-вашему, просто, месье? Мы готовы, Персиваль! Как два пальца достать? Хорошо! Давай, десантная команда. Игрейна! Лафайет! Отойдите, надо пиздеть. Это крайне опасно, друзья. Тут обозревать. Уже сдаетесь, маркиз? На позиции! Я прикрою! Идемте! Блядь, ну конечно красиво сделано, все пиздец, если честно. Я просто восхищаюсь. 15-й год, даже не верите. А почему, блядь, все так не делали? Вот вопрос. Я тут десантник. Скорей! Все внутрь! Дед чисто вообще такой чисто, нахуй, активный, блядь. Резко как понос. Как будто не спустился, а ёбнулся. Снимайте снаряжение. Лафайет, Галахад, вы должны захватить кабину. Без шума. Вас понял. Мы с Изабель пойдем на разведку. Нам нужен наблюдатель среди гостей. А мне и надеть-то нечего. Придется подыскать себе платье. Можно ли применять силу? Да, маркиз. У нас нет времени разбираться, кто заговорщик, а кто простой охранник. Нам не впервой работать без страховки. Это так. Однако, мы собираемся угнать флагман объединенной индийской компании. Все ясно? Тогда идем. Себастьян, я должен спросить. Кто тот старик? Вы говорили в Мэйфере и Уайтчепеле. Старик. Долгая история. Я поведаю ее вам, когда придет время. Но многое мне самому еще неизвестно. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Совету совсем не понравилось ваша своеволе. Орден сильно изменился, Грейсон. Да. Вы это уже не раз говорили. Терпение, мой друг. Всему свое время. Себастьян, я должен спросить, а где Ариэль? Помните, без шума. Маркиз. Мадемуазель может абсолютно не волноваться. Клянусь, буду нем, как могила.
Охранников не видно. Поспешим. Дождитесь моего сигнала. Ну чё? За мной. Ну! Чисто в четыре рыла ломиться, нахуй, это пиздец жестко, ну. Надо разделиться. Ну чё, Лафайет? Идём. Идём. Сука, бесит, ну. Захватите кабину и ждите указаний. Сюда, месье. Да, блядь, понятно. Давай, иди уже. Месье, нахуй. Хочешь сказать, что предпочтёшь неделями болтаться? Одним словом. Я считаю, что солдаты создан для того, чтобы летать в машине. Но тебя никто хорошо не спрашивает. Никто не солдаты видел, как мы вошли. Ладно, я опаздываю. Мне пора на дежурство. Это магнитный замок. Ищем блок управления. Так. Это называется прогресс. А по мне так душегуб. Хуяк с первого раза. А? А? Что? Ну, темнее не стало. Вообще-то это работа для механика. Уж точно не мое дело. Ну да, лучший корабль. Воля. Галахад, Лафаэт, охранники компании оказали сопротивление. Они ведут огонь на поражение. Можете стрелять в ответ. Вас понял. Нам никто ничего не оказывал. Что с этой штукой? Ты чё, блядь? Можно же было просто его, не знаю, там, ну, придушить. Жесткий ты тип, Галаха. Дамы и господа, от лица объединенной индийской компании и ее руководителей приветствую вас на борту Агамемнона. Сейчас мы покидаем Лондон. Кто-то тут только что был. Надо спешить. Охранников не видно. А затем продолжим наше путешествие. Никого. Через Атлантический океан. Конечный пункт назначения Лейкхёрст, штат Нью-Джерси. Ожидаемое время перелета 3 дня и 6. Вызываю службу безопасности. Отправьте кого-нибудь проверить груз. Тихо. Я иду прямо за вами. Это наша забота. Нихуя ты за мной, блядь. Ты даже не собирался спускаться, пока я не глянул. То есть, по сути, я прошел бы сквозь дверь, ты просто съебался бы. Вижу в кабине троих. С охранником может быть трудно. Придется импровизировать. Ты что, блядь, куда пошел? Импровизировать? Танцевать, небось, будешь по-любому. Ну вот, ребята. Завтра утром причалим в Портсмуте, а потом какие-то пара дней, и мы в Америке. Дима. Ой, блядь, импровизатор, хуев. Дайте сигнал. А я не хочу, может, кидать. Три. Когда сидишь в грузовом отсеке, как-то легче. А тут... Один. Слышь. Это дымовуха была, что ли? Ой, там. Подожди, блядь. Надо предупреждать, час будет QTE. Понимаете, я не готов был. Блядь, ты чё? Это нервы, я не ту кнопку нашел. Давай, ебаш его. Раз. Потом там хуяк кругляшок. Бах. Блять. А ты чё, блядь, я не понял? Мы собираем корабль во имя свободы.
Ты одного всего лишь ёбнул. Мы захватили кабину. А я-то... Лафайет останется у штурвала. Как там у вас? Лорд Гастингс, возле бальный зал. Это в сторону кормы. Попробуем установить слежку. Приходите быстрее. Вас понял. Извещу, как только закончу разведку. Помните, все время держать руку на румпеле. Предоставьте это мне. Помните, французы хуже англичан. Незаметно проберись в бальный зал. Чё, блядь? Бальный зал и вопросительный знак? Чёртов Бейли никогда не запирает дверь в пункт связи. Да, да в смысле, блядь? Надо было подождать. Так, бежит, как будто в курсе, на прогулке. Никогда не запирает дверь в пункт связи. Да, на. Не хочу ничего, конечно, осуждать, но, блядь. С таким шумом ты незаметно хуй поберешься. Сколько там их? Два. Ты слышал? Говорят, компания выставила стрелков в Блэквуд. Слышу музыку. Да кто увидел? Какого хера, в смысле? Ты слышал? Говорят, компания выставила стрелков в Лэквуде. Блять. Ой, ой-ой-ой. Да сука. В смысле, он то там, блять, то там. Вообще неожиданно. Сюда иди. Будешь идти нет сюда. Заебал. Если меня сейчас увидишь, я охуею просто.
Сюда чужак залез! Ну в смысле, блядь, а чё, где крестик этот, ой, треугольник ебучий? Ой, блядь, пидорасы, нахуй. Уже двоих, блядь, лохов не могу ушатать, ну. Давай, побежали, нахуй. Короче, всё, разберёмся. Слышал? Говорят, компания выставила... Говорят, компания, на квота, нахуй. Давай быстрей. Раз. Давай, давай, иди сюда. Бошку, блядь, убери, придурок. Молодец. Между стелсом можно и почитать, хули. Оп. Фойе большой залы. Воздушное судно Агамемнон. Персиваль, дело осложняется. На борту Лукан. Мой брат? Ага. Что тут делает командор? Кажется, пока все идет гладко. Да, сэр Лукан, все в порядке. Будем в порт... Сэр Кукан, блядь. Он же хорошо. Кукан. Оттуда курс на Америку. Черт. Он должен был провожать лордов до нашей границы. Может, сообщить ему, что происходит? И привлечь внимание повстанцев? Галахад прав. Алистер будет недоволен, что его не предупредили. Тревожится пока рано. В случае чего он даже может оказать нам поддержку. Действуем по плану. Понял. Сообщу, когда найду позицию. Нет, блядь, у нас никакого плана. Что-то светится, вижу. Тут прям все для жесткой перестрелки создано. Ой, сделал. Глушитель-то. Я на месте. Подтверждаю наличие оружия. Повстанцы будут одеты как охрана. Они добыли униформу. Охранники без опознавательных знаков. На униформах солдат из Уайтчапела не было наплечных нашивок. Да, держите в курсе. Ну уже повернись. Нашивки нет. Персиваль, на первом этаже повстанец. Ясно.
Продолжайте поиски. Вижу нашивку. Охранник рядом с Гастингсом свой. Прекрасно. Теперь остальная охрана. Нашивка. Персиваль. Охранник на лестнице. Настоящий. Хорошо. Ищите. Что ж ты не тем плечом повернулся? Проклятие. Нашивки нет. На балконе напротив повстанец. Вас понял. Проверьте всех до единого. Это был последний. Хорошо. Уничтожайте любую угрозу. Принято. Оружие заряжено. Доброй охоты. Один есть. Остался еще один. Лукан! Повстанцы! Вытащите Гастингса! Уведите его! Ты что, блядь, дурак? Нужны еще люди! Переходим к складу Б! Персиваль, цель убита! Идут повстанцы! Мне нужна поддержка! Принято! Направляемся к вам! Я вижу, откуда они вылезают! Сдерживайте их любой ценой! Блять, из нас тебе не нужны. Нихера вас там, слышь? Сука. Я раз, блять. Заебал. Ты чё нахуй, не можешь попасть по нему, что ли? Или чё, блядь? Дефективный нахуй, ты чё, сука? Пидорасы, нахуй. Чё, всё, нет? Судне. Заряжай! Я прикрою!
А я могу туда забежать, интересно, нет? Убьют же сейчас. Ну чё? Блять! Ебать, я испугался. О! Заставочка, это пошли. Это еще что такое? На переднем двигателе взорвалась бомба! Бойцы! Отступаем! Есть, мэм! Вы! Внимание! Какой? На борту предводитель повстанцев! Та женщина из Вайтчепела! Ввиду преследования! Не дайте ей уйти! Дрянь. Аварийная ситуация. Аварийная ситуация. Я прикрываю. У нас потери. Блять, мудак. Чисто пиздец, ну. Это баба. Значительные повреждения правого борта. Аварийные команды в отсеке Б-12 и Б-13. Беги, блядь, беги. Ой. Все шлюпки от бальной залы запущены. Персоналу направлять пассажиров на корму. Хоп, 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 хоп. Где, чё? Я потерял цель. Продолжаю погоню. Отстали. Идите к шлюпкам. Тут проблема гораздо серьезнее. На борту осталось второе устройство. Черт. Ладно, я возвращаюсь. Какое устройство, в смысле? Я что-то проебал опять. Нить. И ого. Это, по-вашему, разумно. Мы не могли предвидеть подобных обстоятельств. Ваша миссия в Уайтчепеле была тайной. И вдруг мне докладывают о многочисленных погибших и об уничтожении лондонского госпиталя. Теперь это... К шлюпкам идите. Разумеется, я сдержу слово. Я возьму на себя всю ответственность за возможные последствия. Себастьян, вы хоть понимаете, что я не смогу оградить вас от гнева лорда-канцлера или ордена? Ваш отец все поймет. Сейчас наша главная задача — найти второе устройство до взрыва. Рыцари, минутку внимания. Нам надо покинуть корабль, пока еще не поздно. Сэр Лукан проводит вас и организует эвакуацию. Мы продолжим поиск. Ситуация требует слаженных действий. Как я понимаю, никто не хочет остаться на борту. Мы вернемся, как только сможем. Изи, помогите им и назад в рубку. Нет, я останусь с вами. Изи,
Найдите Лафаэта и покиньте корабль. Я отвечаю за вас перед вашим братом. Чё, блядь, непонятно. Идите. Ради меня. Вот так-то. Нужно оружие. Тут рядом пост охраны. Возьмем оружие компании. Ну, на этом мы сегодня и закончим эту серию. Так что, в следующий узнаем, что уже будет дальше. Не знаю, сколько до конца осталось, но мне кажется, еще пару серий будет. Надеюсь. Может, еще древнего ебнем. Так что, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.